14 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем принимают участие 40 лабытнанцев. Предметные олимпиады проходят во всех муниципалитетах округа. 9 предметов выездные. Участников принимают в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Завершатся испытания 8 февраля, но уже сейчас известны некоторые имена победителей и призеров регионального тура. Дарья Самородова расскажет подробнее. Пока вся страна готовится к Олимпийским играм в Сочи, самые умные старшеклассники пишут работы на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Традиционные интеллектуальные соревнования проходят по всем общеобразовательным предметам, а также по астрономии, праву и другим смежным со школьной программой областям знаний. Из 163 лабытнанских победителей и призеров предыдущего этапа только 40 умников и умниц приняли участие в региональном туре. К слову, на счету семилистниц уже не один победитель и призер олимпиады. На сегодняшний день у нас есть призер по географии, 11 класс Овсянников Николай. У нас есть победитель по обществознанию Сагатилян Карен, и он же победитель по праву в 9 классах. У нас есть призер по обществознанию Мухамбетова Алина, 10 класс. Призер по обществознанию Симакова Надежда. Симакова Надежда также победитель по праву. Кроме того, организаторы отмечают школу с углубленным изучением предметов номер 3. Каждый четвертый участник олимпиады из третьей школы становится ее призером или победителем. Кирилл Потлатюк, ученик 11 класса, участвует в интеллектуальных состязаниях 3 года подряд. Особенно юношу привлекает право. В этот раз на региональном этапе Кирилл занял 3-е место. Да, я занимаюсь, учитель меня учит, то есть я получаю хоть какой-то опыт, и в будущем, когда я буду учиться в ВУЗе и работать, я планирую по юридической специальности дальше продвигаться, мне это как-то поможет. Олимпиадные задания по праву выполняли 33 участника. Из лабытнанок наибольшее количество баллов набрала 4-кратная победительница олимпиад городского, регионального и всероссийского этапов Надежда Симакова. Сегодня будущая выпускница признается, она не сомневалась в своей победе. Я уже себе обеспечила, в принципе, поступление в ВУЗ еще даже в 9 классе. Вот, в прошлом году стала 5 призером. В этом году, наверное, надо же выиграть эту олимпиаду, чтобы завершить этот, наверное, жизненный какой-то этап определенный. Вот, именно победой в этой олимпиаде. В конце февраля будет подведен рейтинг. Итоги, все баллы, которые они заработали, и результаты мы отсылаем в Москву. Уже устанавливается проходной балл на заключительный этап. И, возможно, значит, некоторые из них попадут в заключительный этап. Сегодня в Ноябрьск отправились еще 3 наших школьника, эксперты по немецкому языку и технологии. Результаты их выступлений станут известны уже 8 февраля. Тогда же решится, примут ли участие лабытнанцы в заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. Дарья Самородова, Дмитрий Свирид, программа «Время местное».